Дьявол. Это Том Мерик. Надеюсь, вы не по пустякам? Мог кто-нибудь изменить ваши данные? Исключено, они так защищены, что в них даже Билл Гейтс не пролезет. А в чем дело, Мерик? Откуда вы взяли эти снимки? Это отпечатки с негатива Смитсонского института и архивы библиотеки Конгресса. Здесь какая-то ошибка. Но только не в моем компьютере. Мерик, неужели ты не можешь подождать до завтра? Я уже собираюсь... Что бы там ни было, Мэрик, это может подождать до завтра. Дома меня ждет Ларри Смит и моя мягкая подушка. Ты только взгляни. Титаник, Гинденбург и ураган Хьюго. Признаться, я ожидала от тебя большего, чем исторические примеры. Приглядись внимательнее. Ну что, все еще стремишься к Ларри Смиту? Что это? Этот тип появляется в трех катастрофах, разнесенных по времени почти на 100 лет, и при этом нисколько не постарел. Или над нами кто-то издевается, или это самое невероятное совпадение ДНК в человеческой истории. Или не в человеческой. Продолжай, это уже ближе к истине. Давай поразмышляем. Я не знаю, что ты откопал, но это что-то интересное. Ради этого следователь перевернет весь земной шар. Жду от тебя материал в 1000 слов. О чем? Мы же пока не представляем себе, в чем тут дело. Мы даже не уверены в подлинности этих фотографий. Именно за этим сегодня вечером ты летишь в округ Колумбия 10-часовым рейсом. Можешь купить билеты карточкой нашей компании. Исключено. Придется тебе послать кого-нибудь другого. Получишь оригиналы из Смитсоновского института и проверишь их подлинность. Я ищу спокойную работу с 9 до 5. Найдешь лабораторию. И никаких командировок. И документально все подтвердишь. Послезавтра жду от тебя материал. Если он будет. Если? Тогда какого дьявола ты пришел, если думаешь, что ничего не получится? Соглашайся, Мэрик. В тебе течет горячая кровь, и ты любишь это. Все равно ты долго не усидишь на одном месте. Но этому наверняка найдется объяснение. Прекрасно. Но для этого надо лететь этим рейсом. Даю тебе 36 часов на эту статью. Вы фотограф? Нет, я репортер. Это что-то для газеты? Да, что-то вроде того. Вы собираетесь писать об этом парне? Может быть. Я это к тому, что он как раз здесь. Пристегните ремень. Почему? Что-то случилось? Всем внимание, мы проходим через полосу небольшой турбулентности. Будьте добры, пристегните на некоторое время ремни и ни о чем не беспокойтесь. Скоро все пройдет. Благодарю вас. Сэр, прошу вас, займите свое место. Сейчас. Прошу вас сесть. Сегодня 15-е, верно? Да. А какой номер рейса? 222. 222. Нет. Шестнадцатое июня, это завтра.
15 июня 2000 года. Рейс 222. Воздушная катастрофа. 307 погибших. Эй, отдайте это. Никому не нужны неприятности. Положите пистолет. Что случится с этим самолетом? Посадите его. Если вы успокоитесь, мы обо всем договоримся. Если вы не приземлитесь, мы все погибнем. Пошли. Найди полицейского охранника, кого-нибудь, скажи им, что линия заминирована и что они должны остановить все поезда. А что же ты? Постараюсь отключить напряжение на путях. Что? Что там? О, в этом поезде. Надо выбираться отсюда. Пошли. Сколько станций на этой линии? 6. Последний Хиллхорн. А что? Это Бейкер. Немедленно расставить охрану на каждой станции между Юнион и Хиллхорн. Все по вагонам. Мэрик, этот поезд не останавливается. Вот он. Не знаю, как вы нашли эти фото и вышли на меня, но это ошибка искателя впечатлений, а не моя. Искатель впечатлений. Что случится с поездом? Я не могу сказать, таков договор. Это Мэри Тревор. Прошу аварийной подзарядки. Что вы делаете? Без этого я не выберусь из поезда, не попаду домой. Что случится с поездом? Ладно, все из-за водителя. У него инфаркт. Когда он умер, то не успел включить экстренный сигнал, и поезд набрал скорость. Как раз после Клейтона поезд сойдет с рельсов. Он говорит об этом как о случившемся. А это и случилось около 70 лет назад. Я только турист. Тот рейс, на котором вы летели, должен был стать крупнейшей воздушной катастрофой в истории. Но тут возникли вы, ничего, ноль. Я вправе требовать возмещения. Мэрик, он ненормальный. Останови поезд. Нет, у вас ничего не получится. Лучше отдайте мне это. Ты путешествуешь по катастрофам. Катастрофы, спортивные мероприятия. Послушайте, осталось всего несколько минут. Пошли. Подождите, стойте. Вы не должны вмешиваться, не имеете права. Хотя бы отдайте мне это. Прошу вас. Вы не понимаете. Он мне нужен. Умоляю. Откройте. Это срочно. Откройте.
Это Уитти. Клейтон в трех остановках. У нас от силы пара минут. Откройте немедленно, откройте. 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 Он не слышит, он уже умер. Стоп, кран. Проклятие. Может, получится отцепить этот вагон? Мы не знаем, как. Попробуем, поезд идет к катастрофе. Всем перейти в последние вагоны. Давайте, идите, все назад. Прошу вас, верните мне аппарат. Шевелитесь, давайте. Все назад. Быстрее, все назад. Всем пройти назад. Поезд вот-вот разобьется. Это твой последний шанс. Давай. Мне некогда тебя ждать. Что будем делать? Не знаю, осмотрись. Вот они, по одному с каждой стороны. Нам надо отжать их одновременно. Давай, прыгай. Прыгай. Что сейчас? Давайте все назад, быстрей. Поезд ждет катастрофа. Все назад. Немедленно на пол. Всем ложиться.
Остановите носилки. Тут не перепутаешь. Уберите его отсюда. Давай, удивляй меня. Мы опросили всех пассажиров. Мерик и Унтерн были в поезде, но уехали. Как с остальными? Те двое тоже бежали. Здорово, дальше некуда. Слушайте, ребята, объявляю тревогу. Всем искать Мэрика, Уинтерн и тех двух неизвестных. Проверить больницы, мотели и отели в радиусе 50 миль. Всем полицейским, конным, пешим или на машинах раздать фотороботы этой четверки. Жду результатов. Всем за дело.